Шеф-повар Максим Григорьев. Яблочный пирог с ягодами годжи. В последнее время большую популярность набирают ягоды годжи, гойи-бери. Я знаю множество поклонников и врагов этой древней тибетской ягоды. Я не буду обсуждать их достоинства и пользу для организма, а предлагаю попробовать эту таинственную ягоду в выпечке. Пирог получился достаточно плотный, сочный, с приятной кислинкой ягод годжи и невероятно яблочным. Если вы хотите воздушную текстуру теста, то используйте только один яблоко. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Годжи 30 грамм. Лимон 1 штука. Масло сливочное 35 грамм. Мука пшеничная 140 грамм. Разрыхлитель 5 грамм. Сахар 110 грамм. Сахарная пудра с ванилью 2 столовые ложки. Соль 1 щепотка. Яблоко 350 грамм. Яйца куриные 3 штуки. Шаг 1. Для приготовления пирога нам понадобится мука, сливочное масло, яблоки, яйца куриные, сахар, разрыхлитель, ягоды годжи, 1 щепотка соли, лимон, сахарная пудра. Шаг 2. Снять цедру с лимона и мелко порубить. Шаг 3. Взбить яйца с сахаром для побеления. Шаг 4. Просеять муку с разрыхлителем и солью и ввести в яичную массу. Шаг 5. Сливочное масло растопить на водяной бане, немного остудить и добавить в тесто. Хорошо перемешать. Шаг 6. Яблоки очистить, удалить сердцевину и натереть на крупной терке. Шаг 7. Яблоки, цедру лимона и ягоды годжи добавить в тесто и перемешать. Шаг 8. Выложить тесто в форму диаметром 20 см, с пергаментом, и выпекать в разогретой до 180 из духовки 40-45 минут. Шаг 9. Пирог остудить на решетке. Перед подачей посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.